Так, сейчас я покажу рынок. Воскресный рынок в Банск. И цены на нем. Овощи, фрукты, немножко рассады. Допустим, помидоры от 2 лев. Ну, вот здесь, допустим, покажу. Так, черешня 5 лева килограмм. Клубника 3. Персики 5. Чего сейчас у нас сезон? Яблоки 3 лева. Вот эти розовые доматы 3-4 за килограмм. Значит, огурцы 2,5. Лук 1 лев на килограмм. Картошка меньше даже лева. Так, пойдемте дальше. Здесь, в принципе, можно и арбузы купить. Сейчас уже 1 час дня, то есть частично народ уже расходится. Вот. А, в принципе, можно купить домашнее молоко. Можно купить. Мы берем здесь творог. А, здесь вот всякие такие штуки есть. Картошка по рубль 20. Рассада сейчас вход идет. Вот. Мед. В общем, ну, рыночек небольшой, но, в принципе, можно многое что найти. Вот, собственно, и весь рыночек я вам показал. Яички домашние, сметанка, творог. Вот, и вот, смотрите, мы пойдем. То есть, где он находится? Это вот центральная площадь здесь. Библиотека. Прям ниже нее. Покажу. У нас приехали мотоциклисты, видимо, какой-то фестиваль. Вот получается это читалище. Сегодня 20 мая, градусов 25 где-то. Народ гуляет, народ ходит. Рынок вообще воскресный, такое мероприятие, да, где можно много кого встретить. Здесь Элис, самое такое популярное кафе на площади. И вот это наша центральная площадь. Там фонтан, качельки. Вот. Сейчас пойду покажу вам второй рынок, который называется вещевым. Нам нужно идти вот сюда, в эту сторону, идти до парка. Мимо кафе и кое-каких лавочек. Я сделаю паузу и потом включу, как подойду.